И еще одно смертельное ДТП произошло в Киеве. Пьяный водитель насмерть сбил женщину в Дарницком районе. После этого он вышел из машины, сел на асфальт и уснул. По словам очевидцев, водитель автомобиля «Шевролет» двигался на огромной скорости и на перекрестке вылетел на тротуар. В этот момент там находилась женщина, автомобиль сбил ее, после этого влетел в забор. Свидетели пытались спасти женщину, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Вскоре на место происшествия прибыла полиция и скорая помощь.